Всем привет, это дача Алекса, меня зовут Ева. Сегодня хочу показать, как подстригать, как обрезать молодые яблони и груши. Наши яблоньки и груши по 2 года, вернее, 2 года они как посажены у нас в саду, а так им года 4 получается. Сейчас им необходима небольшая обрезка. Покажу и расскажу, как я это делаю. Вот наша молодая яблонька. У нее, конечно, была формировочная обрезка, когда мы ее только купили, посадили. Но она не совсем была правильной формы, так как ствол, видите, у нее идет как развилка. Ствол у нее, получается, в крив пошел. Что мы будем в таком случае делать? Нам нужно, чтобы этот ствол выпрямился, то есть пошел вверх. То есть кто-то из этих, вот они борются, они конкуренты, получается. Каждый из них хочет быть стволом. И мы должны из них выбрать, как бы нам это ни хотелось, но мы должны из них выбрать того, кто будет стволом. Естественно, вот этот вот, он посильнее, повыше, он будет вверх расти. Но для этого нужно нам обязательно обрезать вот эту вот ветку. Обрезаем, не жалеем. После ее обрезки пойдет хорошее питание на сам ствол. Пойдет сюда, на эту ветку хорошая, и она будет скелетной веткой. У нас скелетных веток здесь достаточно. Сейчас посмотрим, даже может быть какую-нибудь уберем из них. И вот этот вот должен быть стволом, пусть он им и будет. Мы сейчас обрежем то, что идет внутрь кроны сразу же. Вот это вот обрежем обязательно. Раз. И эти мы обрежем на 1/3, на наружную почечку. Вот так, на наружную почку. Раз. На 1/3 на наружную почку. Раз на 1/3. И здесь также примерно на 1/3 на наружную почку. Вот таким вот образом обрезали. Дальше другие веточки. Мы точно так же поступаем. Это обрезаем на наружную почку. Это обрезаем. И вот это обрезаем также на наружную почку. Это мы обрезаем все наши веточки. Что же мы дальше будем делать со стволом? Смотрим, сколько у нас ярусов вообще скелетных веток. Вот у нас первый ярус. Они идут в разные стороны. Вот в первом ярусе, например, у нас вот веточка. Здесь буквально 40 сантиметров. Это очень мало. Нужно сантиметров 60, а лучше 80. Мы ее убираем на кольцо. Вот так вот под основание. Обрезаем эту веточку. Она у нас питание забирает. Так. Следующая где-то на 60 мы ее оставляем. Раз, два, три. Три где-то, 3-4 ветки в первом ярусе достаточно. Следующий ярус должен быть идти выше. Сантиметров на 40. Но здесь у нас совсем немного получается. Так. И мы оставим, наверное, вот эту ветку. И вот эту. Вот эти мы, наверное, уберем веточки. Да. Вот это вот уберем. Вот это вот уберем. В этом ярусе оставим вот 2 пока ветки. Тут пойдут другие. Вот отсюда пойдет веточка. Все. Отлично. Дальше. Дальше я хочу, я смотрю. Вот выпрямляем примерно, что у нас будет. Она выпрямится. Этот ствол и будет вверх расти. То есть вот это уже идет у нас следующий ярус. Вот из этих вот веток, вот которые, где мои пальцы находятся, это уже идет следующий ярус. Он у нас идет хороший, на хорошем расстоянии, но для этого нам нужно убрать вот эти вот ветки. Вот убираем. Не жалеем. Впоследствии у нас будет все чудесно. Это убираем. Здесь тоже уже начинают образовываться. Их тоже убираем. Так. Опять выпрямляю, смотрю. Ну, тут все замечательно. Но веточки мы обрежем покороче, сделаем. Сделаем так на наружную почку. Это вот где-то вот так вот примерно. Вот так вот на наружную почечку. Раз. Здесь у нас пойдет также на наружную почечку. Получается где-то вот так вот. Два.
И у нас остается ствол. Ствол мы там уже немножечко сейчас укоротим, потому что там уже будет следующий ярус формироваться. Мы его также буквально кончик отрежем. Вот таким вот образом. Все. И тогда эту тоже таким вот образом немножечко обрежем на наружную почку. Вот таким образом. И еще здесь желательно, что нужно? Выпрямить вот эту вот яблоньку. Сейчас я с мужем поговорю, может быть, мы ее привяжем к какой-то палке, потому что мне вот она не нравится. Я боюсь, что она у нас не выпрямится в итоге. Ну, вот так вот мы ее вот купили. Так, вот этот вот еще вот надо обрезать. Ну, так, или подождите, нет, секунду. Так, это так, раз, четыре. Вот это нормально. Угу. Ну, вот все. Также давайте сейчас посмотрим нашу сливу, ой, вернее, грушу. Тоже она вот такой вот у нас формы, чижевская груша. Очень, говорят, хорошая. Не знаем, мы еще не пробовали. Примерно такая же история. Тоже сейчас будем смотреть, формировать ярусы. Здесь тоже сантиметров 40 от земли. Это очень рано. Так, вот эту вот точно обрезаем. Эту тоже обрезаем. А вот здесь у нас уже будет первый ярус. Раз. Отсюда пойдет 2 и 3. Так, здесь у меня 1, 2, 3, 4 веточки идет. Следующий ярус нам надо вот здесь. Вот эти надо нам убрать. Не, вот эти вот маленькие вот мы сейчас уберем. 1, 2, 3, 4 ветки. Все в разные стороны. Отлично. Здесь, по крайней мере, ствол понятен. Да, здесь понятен ствол. У нас все, что на стволе, все на наружную почечку обрезаем. 1/3 примерно вот таким вот образом. 1/3. И также формируем ярусы. Где-то примерно 40-50-60 сантиметров между каждым ярусом. Одни ветки, другие ветки, третьи ветки. И кончик тоже обрезаем, самую верхушечку. Также, чтобы у нее формировался уже следующий ярус. Ну вот все, вот сейчас, вот после обрезки она вот таким вот образом выглядит. Все лишнее то, что на стволе все обрезала, все, где начинаются новые ветки, где мне их не нужно, я везде пообрезала их. Все ветки укоротила на наружную почку. Сформировала, вот первый у нас будет примерно ярус. Ну вот, из таких вот количества веток, в принципе, их здесь немного многовато, но я посмотрю потом, может быть, какую-то из них уберу, но они как бы все хорошо располагаются, все в шахматном порядке, то есть друг другу никто не мешает, и я их тем более перевела туда, куда надо. Вот это, допустим, вверх росла, я ее перевела вот на маленькую, если она, конечно, не мертвая, она мне не очень нравится, ну посмотрим дальше, как будет расти. Все, все обрезала, где что нужно. И проводник верхний, стебель обрезала. Каждую веточку на 1/3 на наружную почку. Вот. И сверху обрезала. Почему? Потому что здесь будет уже сформироваться следующий ярус из скелетных веток. Все, вот таким вот образом я обрезаю молоденькие яблоньки и груши. На сегодня все. Если есть вопросы, пишите, пожелания, замечания. Оставайтесь с нами, подпишитесь, если интересны мы вам и наш канал. Всем до свидания.